Здравия желаю. В общем, провел опыты. Вчерашние, то есть. По схеме, значит, зарядка без траты тока. Двигатель этот. Да, вчера подошел. И вот. Рулям рот. Сейчас уже все отключил. Что в итоге? В итоге сейчас. Покажем. Вот она схема. Схема. Счетчик она. Но в дальнейшем может питаться. Если две батарейки, надо еще батарейку хорошую. От трех. Значит, одна батарейка будет в дальнейшем здесь вместо счетчика. И инвертор. От инвертора уже будет реле тут. И выпрямитель, значит, выпрямитель выдает 90 ватт в час. Вот. Но зарядка по такой схеме 0,2, значит. 0,2 включено секунды, 2 секунды отключено. Зарядка по такой схеме дает 17 ватт. То есть, сейчас скажу. 90 разделим на 17, или наоборот, 17 разделим на 90 и помножим на 100, то есть около 19%, то есть пятую часть дает, а должна была давать где-то десятую часть. То есть получается, батарейки сдвоил в два раза больше. Хотя, ну, то есть объясняю схему, я показывал, выпрямитель вот этот. Вот. Счетчик, реле 0,2 секунды включено, 0,2, 2 секунды выключено. То есть работа на обратном токе. Разбора, как я вчера показывал, на счетчика нету. Все, вчера заряжался, сегодня, то есть производительность пока этой схемы 17 ватт в час. Вот две батарейки параллельно. Я еще думаю, что из-за того, что батарейки старые, назад попробую на ионисторах. Там-то они, ионисторы, как говорится, они всегда как новые. Хоть 30 лет, хоть 20, а это, то, возможно, они старые и заряжают слабо. Возможно, и производительность будет вдвойне еще. Не 90, конечно, не будет, но ватт 30-40, возможно, даст. Ну, посмотрим. Сейчас пока такой результат. 17 ватт в час, но зато это, зато ток не тратится. Пока такой результат.